Опа. Да, привет. Я всегда пропускал мужиков с микрофонами и наушниками. Это что это вдруг? Что это вдруг? И всегда жалел, блядь. Вот первый раз я остановился. Потому что я знаю, что это что-то интересное. Типа там, типа какого-то реалити-шоу, я не знаю. Да, за стеклом. А? За стеклом. Давай, спрашивай. Что показывай ты... людям, как они... Спрашивай. Показываю людей, которые чешут свою голову. Почеши еще раз. А нет, уже второй раз. Слушай, ладно, я шучу, конечно. Меня зовут Саша, я из Москвы. Да откуда будешь? Бля, уважуха, мужик. Ты вот, блядь, такой, каким я хочу видеть себя, блядь, 30-40. Например, а со сколько тебе годиков, прости? Ты так, ты выглядишь на 30, на 30, ну не 40, но ну 25, ну надо, примерно так. Да, ты похож на какого-то диджея с какого-то радио, знаешь, такой вот. Потому что наушники у меня большие, как у Чебурашки. Да не, еще одет такой, знаешь, вот стиль Казантип, что-то такое. Ты знаешь, я тебе скажу по секрету, люди на радио, они выглядят достаточно обычно, так как их никто не снимает. Ну так, если что. Это снимают когда на телевидении. Телевидение снимают, радио это аудио. А у тебя какая фишка? Ты кого, ну, что, чем ты промышляешь? Я промышляю музыкой, ну, добром. Вот музыкант я просто. Песни пою иногда. Есть у тебя там любимая песня? У меня там много. Я меломан, люблю все разное. Я люблю, вот, если в двух словах, люблю все, что сделано с душой. Оно чувствуется, когда ты это слушаешь. Да? Скажи, а ты из какого города, если не секрет? Одесса. О, Одесса, понял. Да, знаешь... По-любому ты здесь. Че? По-любому ты здесь был. Куда? По-любому был. Как тебе, блядь, у нас охуенно. Очень круто. Вообще, Одесса входит в четверку моих любимых городов мира. Бля, здесь такой колорит, нахуй. Я отсюда пару раз пытался выехать. Ну, тебя не выпустили, да? Не отпускают на меня. Нет, нет, еще. Одесса — это круто. И интересно, знаешь, я такую песню сейчас спою? Одну песню, а ты мне скажешь, знаешь ты ее или нет? Ну, только чтобы без испанского стыда. Ну, я надеюсь. Ну, хорошо, я сделаю. Если не понравится, да, честно мне скажешь. И проиграю. Все я выдумался, потому что в усле непроглядный туман. Непроглядный туман. И не выпавший снег. Песню нежных сердец под аккорды дождя. И счастливый конец. И, конечно, тебя, о, я к тебе приходил и в морозы, и в снов. Я тебе говорил, я тебе говорил о любви неземной, что ты очень нужна, и на все я готов, но тебе. Испанского стыда не было? Сюда не грустить прихожу, а посмеяться нахуй. Ну, вообще красава, конечно. Да, серьезно? Ну, давай теперь... Ну, хорош, хорош. Только знаешь, в чем проблема? Так. Здесь плохо передает звук. Вот это вот приложение плохо передает звук. Согласен. Поэтому потом в записи сейчас посмотришь, там будет звук нормальный. А где я себе посмотрю? Ну, в Ютубе потом, если ты не против. Да не, я не против, почему нет? Главное, про политику ничего не говорить. А я про политику, да, друг, а я про политику принципиально не общаюсь. На самом деле, если у тебя есть... Цвета ты, конечно, подбираешь так, знаешь, утонченно, но это можешь вырезать. Да, нет, я могу это оставить. Знаешь, я тебе отвечу так, иногда банан — это просто банан. И это то же самое и про цвета. Ну, я понял. Я понял. Вот. Ну, наверняка у тебя есть какая-то любимая песня. Вот. Хоть ты и меломан. Любимая песня, бля, такая, чтоб вот... Или тебе там про Одессу? Шаланда полный кефали. Да нет, нет, она просто заебала. Не, вот из любимых это Depeche Mode, там где клип с царем, я не помню. Слушай, из Depeche Mode я только знаю Free Love.
Не, ну там, где царь, короче, или король. Ну, извини, я не поклонник Депеши, просто одну песню у них знаю. Я много люблю песни там всякие, блядь. Ну, Король и Шут. Король и Шут? Все это вообще кайф просто для ушей. Король и Шут вообще красава. Он отдал себя аудитории вот максимально. И, как он и говорил, я уйду тогда, когда... Тогда, когда будет нужно, и чтобы вы не успели, чтобы я не успел вам надоесть. Ну ладно, давай, если тебе нравится песня, давай я сейчас тебе сделаю киша. Киша? Давай. Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор, пробираюсь, чуть дыша, чтобы не спугнуть. Очки, блядь. Да. Я так, наверное, пизже буду выглядеть на твоих стримах, блядь. Ты вообще, ты просто капитальный красавчик. Вот твоя мама бы тобой гордилась в очках. Наверное, и без очков гордится. Ты по-любому гордится. Только, блядь, знаешь, ну? пизда как не хватает вот такого окружения. Вот, ну, типа тебя, там еще много нормальных, адекватных пацанов. У меня в основном окружение это, блядь, уже себя исчерпало, блядь, это пиздец. Я поэтому сюда и зашел в эту рулетку, блядь. Ну, потому что я такой один, понимаешь, извини меня. Мне да на... нет, таких, как ты, немало, просто они все чуть отличаются. Да ладно, блядь. Не, ну ты красава, я тебя, блядь, прям уважаю, пиздец. Ну, кайф, ну спасибо. Ну ладно, что ты еще хотел? Что тебе еще сделать, друг? Что, перевести бабки на карту? С чего это вдруг? Подожди, я не понял. Кто кому дает концерт? Подожди, кто платит за билеты? Не понял. Да, наверное, ты мне, не? Ты знаешь, я востребованный, дорогой артист. Люди кусают локти, когда они попадают на мой концерт. А тут, значит, я тебе должен перевести бабки. Он совсем совесть потерял. Блядь, у нас в Одессе по-другому не получается. Ты... Ну, если по-другому не зарабатывает. Ну, я... А на Казантипе в Крыму, когда еще... Там, ну, слушай, я на Казантипе не был. Ты имеешь в виду, как это где было? А, ну да, в Крыму. Не был, да. Не был, да? Не. Бля, жалко, я... Вот тогда еще был сильно маленький, но туда попасть. А там же что там? Мне кажется, там люди отрываются, причем не всегда, скажем так, в пределах разумного. Поэтому да, я такие места не очень люблю. Там на входе, короче, без колеса, вот тебе колесо дают, тогда заходишь. Ой, родной. Осуждаю! Осуждаю, имейте в виду. Да, осуждаю. Осуждаю, да не, ну реально. Не, просто мне кажется, что на Казантипе там какой-то дикое вот ширяло и прочее. Поэтому я таких мест стараюсь как можно... В этом, в Киеве тоже устраивали такие движухи до войны. Типа, берут ангар, типа, завода, там 3 или 4 человека. Ну, я понял. Ну, такое бывает в многих вещах. Короче, мне это не нравится, даже не хочу в эту сторону как-то это пропагандировать. Ну, короче, теперь вот правильное было у меня решение не пропускать мужиков с этими с микрофонами, вот. С наушниками и красиво одетыми. Ну, лучше бы ты, конечно, не пропускал бы девчонок. Ну, хоть девчонки не попадаются. Девчонок тоже не пропускаю. Но они бывают такие скучные, что пипец. Ну, извини, это я не скучно, это ты не нашел к ним просто подход. Что ты там, в Black Star тебе не впихнули, не? Или ты пытаешься? А зачем мне в Black Star? Думаешь, мне нужно... Вроде нормально всех раскручивают. В Black Star, то есть, ну ладно, если мы... Если... Пашу! Если ты меня увидишь, я думаю, ты знаешь, как со мной связаться. Они вот недавно подняли тоже блогера, может, слышал, Джоб, он с Одессы. Сначала танчики стримил. Не знаю. А потом уже его и в Black Star чуть подняли. Ну, короче, приподняли, да, ну видишь. Ну да, там стоит с уборщицей из Black Star познакомиться, тебя уже там пропихивают в топ-5, например. Я не хочу, чтобы меня пропихивали клининговая служба. Нет, я сам себя пропихну уж. Не, ну красава. Вот знаешь, что я понял? Ну вот я хоть и молодой, но я очень, как бы, еще с детства чухаю этот мир. Вот, ну, блядь. Короче, чухаешь?
Если, блядь, ты это действительно веришь, что оно вот жизнь нахуй сложит все условия для того, чтобы это случилось. Вот у меня какая хуйня случилась. Пару дней назад, наверное, дней 5 назад, мне жестко не хватало именно нормального окружения, пообщаться. И потом, нахуй, вот случайно я вспомнил за чат вот эту вот рулетку. Здесь я уже столько умных людей, ну, как бы, встретил, с которыми поговорил, которые внесли мне мысли, которых мне не хватало. Да. То есть ты, главное, поверь, подумай, вот что ты хочешь действительно. И вот эта жизнь, она сама тебе сложит все условия и сделает даже лучше, чем ты можешь спланировать. Вот это вот совет от пиздюка, который тебе, блядь, даже взрослый хуй даст. Знаешь, такое впечатление, как будто сейчас не пытаешься в коуча набиться. И ты говоришь, подумай. А, или ты пытаешься обосновать деньги, которые хочешь у меня получить. Поверь мне, кто кого разводит, ты меня или я тебя, давай определимся. Да, слушай, деньги — это просто, как тебе сказать, конвертация или как это называется? Монетизация, ты имел в виду. Ладно, давай какой-нибудь чем. Способ выразить там благодарность, вот что такое деньги. Ну что такое деньги? Ну вот, да, поэтому потом я тебе карту или ссылку оставлю, перешлешь. Ладно, да, давай. У меня там по-любому майбах какой-то стоит под окном. А не надо завидовать. Не надо завидовать. Может, это два стоит. Вот, а понимаешь, а как-то же нужно их заправлять. Вот, благодаря благодарной публике, понимаешь, типа тебя. Вот. Ладно, давай. Купили электричку, да и все. Электричку. Не надо заправлять. Ладно. Песни будем петь еще? Или тебя отпустить? Да мне вообще все равно. И смотрю... За билет ты, что называется, переводить не желаешь? Вот. Нет, не желаю. А то меня мои СБУшники сейчас повяжут, если я что-то в России переведу. А вы, может, у тебя есть на этих... На Кипре, может, у тебя есть какие-то номера, я туда могу перевести? В офшоры сразу туда. Я законопослушный гражданин, я бабки в офшоры не вожу, не вывожу. Все... Все в рамках моей родины. Все в рамках родины. Честно плачу налоги. Налоговая. Я честно плачу налоги. Я законопослушный гражданин. Вот. А мы все такие, да? Ну, не, все, вы все так говорите, а я-то реально, понимаешь, плачу. Это как наш мэр сказал, ну, с Одессы, когда его шмонали, он говорит, это не мое, это все мамино. Правильно. А мамина, да, это что-то святое. Ну это какую-то песню наверняка знаешь, да? Какую? Есть город, который я вижу во сне. Шафетинский, по-моему, это был. Нет, не Шафетинский. Песня у черного... Блин, Леонид Усёсов, ну балда. Песня про твой родной город. Офигенская песня. Да, есть такое. Ну, просто что, с каждого шансонного бодеги такая песня, я уже и забыл, где я последний раз ее слышал. Сейчас. Давай. Плачь, считай гроши, которые ты мне переведешь, я пока себе буду петь. Давай. Есть город, который я вижу во сне. О, если бы вы знали, как дорог у черного моря и открывшийся мне в цветущих акациях гора, цветущих акациях гора, у черного моря. Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащен, к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у черного моря. Вовек не забуду бульвар и маяк, огни парохода живые, скамью, где с тобой, дорогая моя, в глаза посмотрели впервые, в глаза посмотрели впервые. Черного моря. Ты
Ты мне напомнил сейчас о моих похождениях с 17 до 19 лет. Девчонки, реально маяк. Угу. Лавочки вот эти, первые поцелуи. Блядь, вот реально затронул. Вот видишь. Вот видишь, да. Бля, побольше бы таких, как ты, нахуй, там вообще было бы заебись. А то в основном такие какие-то удмурты, извиняюсь, сидят. Так, ты на наших удмуртов не гони. Удмурты — это наши. Это одна из народностей моей страны. Я что-то слышал, что это одна из народностей Удмуртия, по-моему, есть или что-то такое. Ну, может, это публика, да, там. Мордовия еще говорят. Ну, что-то не говорят. Ну, есть, ну, там, тогда много, то чукчи, немцы. Да, гадости придумать могут сколько угодно. Они проговорят какие-то там удмурты. Чего-то хорошего мало. Это тоже правда. Ладно. Кстати, есть наш один хороший украинский трек, я не знаю, фонк ты слушаешь, нет? Не знаю, дорогой. Фонк — это в смысле стиль такой, как бы. Что-то... Мне про него говорили, я вообще не знаю, что это такое, но слово мне знакомо. Есть один реально хороший трек. Ну, получается, у нас же запретили русское радио, то есть вообще у нас русских песен нет. Ну, как запретили, их просто не включают. Ну, да, время сейчас у вас непростое, да. Свое маленькое импортозамещение, то есть украинский фонк там и... И на самом деле есть некоторые хорошие треки. Вот один из таких треков — это «Силуэт». Я не помню, кто исполнитель. К сожалению, вот не знаю, друг. Но... Попробуй загуглить, послушать. Реально прикольная песня. Ладно, дорогой, послушаю. Даже интересно стало. Ладно. Да, «Силуэт», вот фон. А где себя искать? Вот, или это ты так, по приколу, не вылаживаешь ничего? Вылаживаю. Большая аудитория? Или только собирается? Ну, ты имеешь в виду в онлайне или вообще? Не, вообще. Да я сейчас еще и в онлайне, ну, да? Конечно. А, и что там пишут что-то? Всем привет. Хоть ты сказал раньше. Ну, я думал, это вроде, типа, я думал, что-то понял. Не, ну, когда спрашивают, я как бы, я-то не ломаюсь. Нет, ты можешь, у меня канал называется «Пианист Александр Лосев», но если имя и фамилию не запомнишь, просто вбей «Пианист в чат рулетки», ты меня найдешь сразу. Да, ты что? У меня сегодня сорвал джекпот, да? Я могу уже идти в казино играть. Ну, не знаю. А что, есть на что? Да, не сильно хочет. Нет, конечно, есть на что, но не хочет. Тогда почему у меня билеты до сих пор не оплачут? Ну да ладно. Ладно, давай нормально. Сейчас бесплатно, потом ты когда... Да, в следующий раз, если ты... Не-не-не, потом ты найдешь гарную девчину, вот, к тому моменту, возможно, вся эта катавасия закончится, пригласишь меня на свою свадьбу, а я, что называется, артист не самый дешевый, но вот это, я вижу в тебе перспективу. Потом, значит, у тебя будет свадьба, рождение ребенка, его свадьба. Мне же нужно как-то свою пенсию обеспечивать благодаря таким хлопцам, как ты. Нормально? Договорились? Гастроли, короче, тебе нужны, да? Гастроли в том числе, но гастроли попозже. У меня и частные мероприятия тоже вполне устраивают. Ладно, дорогой, береги себя. Хорошо. Приятно было с тобой пообщаться. Был рад пообщаться, да. Давай. Пока. Ох. Ну, матом не ругайся. Я, конечно, тебе не мамочка. Ну, мальчишка хороший, добрый.